Друзья, в общем, хочу вам показать одну фигню, короче, только не ржите. Нашел в секонд-хенде. Короче, взял за десятку. Блин, ну я вообще не показываю всякую херню, да, на своих видео, кто смотрит, тот знает. Но, блин, эту вещь я решил показать. Вот такая фигня стоила 7 долларов, причем это по скидке в Росе. Сделана она из какого-то специального дерева. Дерево там называется, я забыл как, оно, короче, в Китае растет, там эту фигню и делают. В Китае она, кстати, по-моему, стоит что-то $1.20, если оптом с Алибабы заказывать. Короче, по $1.20 заказывают, пакуют в их упаковки, там какого-то бренда неизведанного, и продают, короче. Но это, я вам скажу, ну, фигня полная, то есть она как бы немного помогает, но она сломалась вот это буквально на второй день. И, короче, мне даже лень ее чинить, выброшу. Да, в секонд-хенд отвезу. Короче, вот эту взял. Ну, как я ее взял? Не то, что ее хотел взять или что увидел. А с виду она мне понравилась. Я ее там в магазе подключил. Посмотрел, что все работает. Принес домой. Короче, она у меня уже 3 дня. Друзья, я вам говорю честно. Вот, блин, вы знаете, что я не обманываю. Я в шоке с этой штуки. Если, блин, кто такую увидит, ну, я не знаю, может, какие-то похожие есть, за недорого, там, типа, 10 баксов, я настоятельно бы рекомендовал. Короче, как она работает? Она, во-первых, сейчас, сори за такую съемку, ну, неудобно тут подставить. Она, во-первых, пипец, тяжелая. То есть, тут уже, блин, мусор с ног налить. Она, во-первых, пипец тяжелая. Кажется, что она легкая, но она весит, короче, дофигища. Смотрите, какая толстая. Видно, что там огромный мотор. А вот здесь ножки. Смотрите, как сделаны из резины. Тоже такие здоровые ножки. Давайте посмотрим, что тут пишут. Вот ее модель. Брукстон Тираспа Шиацу. А, осциллирующий массажер фут, это стопа для стопы. Шиацу, ну это название массажа с подогревом. Сделано в Тайване. Короче, вот здесь вот, кстати, я раньше эту фигню не видел. Оказывается, тут провод очень длинный на самом деле. И прикиньте, тут есть вот специальная фигня, куда надо будет потом лишний провод смотать. Короче, что она мне приглянулась, качество, очень хорошее качество, действительно, я не шучу. Пират, тебе тоже нравится, да, такая штучка? Вот, и, короче, ну, здесь у меня комп, где я там в игры играю, это на ютубе сижу, занимаюсь всякой фигней. Короче, естественно, сюда я ее установил. Ну, я когда ее первый раз попробовал, я чуть с ума не сошел. Я когда, что вам решил выложить, потому что на ютубе я не нашел обзоров таких штук. И я вообще искал по, короче, гуглу. Я не знаю, продаются они сейчас или нет. Вот эта фирма сама Brookstone. Это известная, короче, бренд, ну, типа магазинов, сеть в США. Так, пират, ну вали отсюда. В США я так понял, они продают всякие там просто подарки. Но у них вот большой ассортимент именно всяких разного вида массажеров и для ног, там, и для сюда, и спа, и массажные кресла, и ручные массажеры. Ну, посмотрите просто, Брукстон наберите, увидите. Я именно эту модель не нашел, у них сейчас какая-то другая продается для ног, но она мне что-то вообще не зашла. Не помню, какая цена, честно вам скажу. Короче, устройство какое? Вот здесь кнопки управления. Я ее в магазе сразу проверил. Ну, я ногами не вставал, я в ботинках был. Поэтому, ну, я просто проверил, что она включается. Вот эти вот штуки сделаны как бы из металла. Вот это все какая-то резина пластмасса, такая твердая-твердая. Вот здесь, смотрите, какие чудеса. Короче, вот эта штука, она открывается. Бля. Ну, ее сложно открыть, тут надо чем-то подцеплять. Короче, вот здесь такие, блин, ну надо все-таки открыть, потому что так непонятно будет сейчас ножницами подколупнуть.
Да, вот. О, есть. Вот это вот такая ткань, видите? Но она со временем пачкается от ног. И поэтому ее сделали съемную, чтобы вы могли ее постирать. В принципе, эту ткань, если что, можно даже поменять. И чтобы вот здесь можно было пропылесосить. Но вот этот механизм Shiatsu массажа, здесь такие шарики металлические, типа как в подшипниках. И они вот в таких штуках. Ну, тут все сделано, ну, очень солидно. То есть, вот почему я вам говорю, что вот китайское все дерьмо, а люди мне не верят. Качество в Китае там, да, китайское все эти массажеры нафиг разваливаются. У меня единственные, которые вот живые массажеры из тех, что у меня были, это только Panasonic, ну тоже, наверное, китайский, но Panasonic, и японский, Made in Japan. Я его тоже вам не помню, показывал, не показывал, но я ими не пользуюсь, потому что, ну, друзья, это надо их достать, включить. Это, короче, лень этим всем заниматься. А этот у тебя постоянно стоит тут, где ты все время находишься. И у тебя просто нет выбора, чтобы их массажировать. Дальше смотрите, здесь не надо даже никуда нагинаться. Эти кнопки можно ногой нажимать. Кнопка включения. Дальше у нас здесь есть три режима. Вибрация, шиатсу и подогрев. Включаем подогрев, и вот эти штуки, вот эти вот, начинают подогреваться. Вот, потом шиатсу. Видите, вот те вот ролики, которые мы с вами смотрели, шарики, они начинают там вращаться. Но у меня носки немного в шерсти, не обращайте. Ну, блин, друзья, оно так офигенно массажирует, я вам честно скажу. Просто офигенски. Просто ощущение, ну, вообще пипец. А когда там, вот там, где пятки, так оно вообще это самое, аж, блин. Ну, это надо чувствовать, я не могу вам так объяснить. Вот эти вот штуки еще ноги подогревают, если холодно. Когда вы включаете вибрацию, здесь тоже вы можете ноги ставить, ну, по-любому, как вам удобно. И вот эти вот шиатсу, они тоже начинают вибрировать. Короче, я вам, друзья, серьезно говорю, здесь не надо ее выключать. У нее какая-то там, как бы, ну, сейчас вот оно все у меня с одной скоростью. Ну, в принципе, я вам скажу, даже на самой минималке вы поначалу просто офигеваете. Я вот первый раз попробовал, мне аж, блин, я не знаю, просто такой взрыв адреналина в организме. То есть, ну, то есть оно реально помогает. И вот тут вот, то есть сейчас на самой меньшей стоит. Можно увеличивать. На максимальной просто это вообще космос. То есть, как, ну, сейчас я уже вам говорю, она у меня уже 3 дня, я уже очень много намассажировался. Поначалу я на максимальной вообще еле мог терпеть. Ну и сейчас, да, у вас уже через некоторое время ноги уже как бы немеют, начинают дрожать. Но это еще и не максимально. Ау! Вот сейчас, по-моему, на максимуме. Но это вообще пипец. И вы можете одновременно, вот у вас пятки как бы вибрируют, пальцы вибрируют, а в середине ноги вот этот шиатсу происходит. Потом, смотрите, это еще не все. Вот здесь есть такая фигня, программа. И она, я не знаю, как работает, но она то делает меньше, то делает больше. Вибрация очень сильная. То есть вы видите, вот эта вот вся штука, если присмотреться, она вся вибрирует, как бы ходит туда-сюда. И оно то меньше, то больше. Короче, вот эта программа. Ну, для меня еще рано программу, я ее не могу всю вытерпеть, уже ноги онемевают, пока ты доходишь до конца, поэтому я делаю как, я просто... Так тут еще разные программы есть, зеленая и желтая. Ага. Ну, короче, оно делает то, вот видите, сейчас дело медленно и как бы вращает, сейчас супер быстро.
То есть тут она осцилляторная. То есть, видите, она не только вибрирует, но она еще как бы и крутится. Видите? Сама эта платформа, она еще как бы и ездит немного туда-сюда, осцилляторная. Вот это ключевой момент. Короче, ну лучше всего, конечно, да, запустить программу, но нужно к ней немного адаптироваться небольшое время. Ну и плюс нагрев не забывайте. Он не сильно греет, да, я вам скажу, не так, как по горячему песку, но подогрев чувствуется. Идет тепло от этих штук. Они, видимо, какие-то тефлоновые или что-то типа того. Ну, короче, смотрите. Ну, мы не будем ждать до конца. В общем, я вам скажу так. Больше, чем надо, вы не перемассажируетесь. То есть вы вот так вот массажируете все. Ну, там понятно, сейчас я просто записываю, поэтому я не полностью сижу. То есть прямо видите, вы прямо там пятки помассажировать можете. Потом здесь, здесь. Можете пальцы ног вот так помассажировать, короче. Ну, то есть, ну, массажируют очень хорошо. И потом оно само отключится. То есть я не знаю, сколько цикл, я не засекал. Ну вот я сижу на компе, включил, поставил, оно помассажировало. Ну, помассажировал, ну как смотря где вам надо. То есть можно сбоку там тоже помассажировать. Нормально все. И потом оно само выключится. Вот. В общем, друзья, вещь реально мне понравилась. То есть я вот вам обычно показываю только то, что как бы мне самому понравилось. Но я, честно говоря, не знаю, сколько она стоит и продается ли где-то. Если она там $500, то может и нет смысла покупать. Вот. Ну, за десятку я просто и очень доволен. Тут мне кажется, что один вот цикл массажа он должен $5 где-то стоить на такой фигне. А здесь как бы получается... За 10 ты можешь массажироваться сколько угодно. Ну и плюс, да, понятно, она типа бэушная. Ну, состояние практически новое у нее было. Видимо, кто-то купил, там пару раз попользовался, потом она валялась, потому что ни царапин, ни грязи, ничего нет. Я ее даже не мыл, вот ее как секонд-хенда принес, так сразу сюда и поставил. Ну, в общем, вот такая штука, не знаю. Напишите, понравилось вам, не понравилось. Вот, и всего вам наилучшего. Да благоволит к вам Господь. Пока-пока, увидимся на канале. С вами был Eugene Vlogs.